Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как добавить фото для контакта на устройстве Sony Xperia 5. В первую очередь вам нужно нажать на иконку телефона и перейти в контакты. Выберите ваш контакт, которому вы хотите добавить фотографию. Затем нажимаете здесь на пункт «Изменить контакт». И затем нажимаете на иконку фотоаппарата, чтобы добавить фотографию. Можете сфотографировать или же выбрать фото, которое уже имеется на вашем телефоне. Здесь вы выбираете, настраиваете, как вы хотите видеть этот контакт. Затем нажимаете «Готово» и «Сохранить». И теперь у вас имеется фотография для контакта. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!